Всем привет, друзья! Вы на канале Ушастик Kids. У нас соревнования. Сегодня Париж Клейнот соревнуется против самого короля Тома. Так, смотрите-ка, воришка уже вырвался вперед, хотя у Тома уже больше слитков золота. Да, кстати, в сегодняшних соревнованиях победит тот, кто наберет больше всего слитков золота. Посмотрим, кто у нас самый шустрый, воришка-енотик или сам король Том. Уже решили, за кого будете болеть? За пушистика Тома или за хитрого воришку-енотика? Если болеете за нашего пушистика Тома, пишите в комментариях цифру 2. Ну а если за воришку-енотика, тогда поддержите его и напишите в комментариях цифру 3, друзья. Давайте посмотрим, кто у нас набрал больше всего золота, кто сейчас на первом месте. Вау, ребята, ничего себе, 350 слитков у короля Тома. Он у нас пока на первом месте. И еще магнитик взял. Смотрите, как быстро к нему липнет целая гора золота. Вау, Том взял защитный шлем. Он у него золотой, королевский. А сейчас король Том будет обгонять нашего воришку на самом скейтборде. Да, в скейт-парке очень много золота, очень. И я думаю, сейчас король Том прям сильно обгонит нашего воришку. Хотя, смотрите-ка, воришки попались двойные слитки. У него как раз сейчас самый опасный бонус. Уже три, он тоже взял защитный шлем. И теперь ему не страшно во что-нибудь врезаться. У короля Тома уже почти 600 слитков золота. Ого, у воришки-енотика уже 750. Теперь воришка-енотик у нас на первом месте. Ничего себе, вы видели, как быстро он обогнал короля Тома. А его брат воришка подарил ему еще 150 слитков. И у него уже 1000 слитков золота. Да еще и магнитик взял снова, а король врезался. Скорее, скорее спасем короля Тома. Ребятки, пишите цифру 2, кто поддерживает кота Тома. Воришка его такой хитрый. Вау, смотрите. Братик Воришки оставил и королю 150 слитков. Теперь у короля Тома почти 1000 слитков золота. Но по-прежнему у нас отстает. Ай-яй-яй, ты чего? В машину врезался, спасайся скорее. Смотри, Воришка снова взял магнит, защитный шлем и еще один магнит. Да Воришке везет, сколько у него там магнитов. Король Том тоже находит дворячки и магниты. Но он пока все равно у нас на втором месте, ребята. Ой, скорее, 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 бери самолет. На самолете точно много золота. Там ты его собираешь быстро, король Том. Я сегодня, кстати, буду болеть за хитрого воришку-енотика. Мне он нравится больше, чем король Том, поэтому я напишу в комментариях цифру 3, друзья. Давай поторопись, воришка. Двойные очки берет наш воришка, но нам сегодня самое главное насобирать побольше золота. И у кого больше золота, тот и победит в соревновании, друзья. А вы вот соревнуетесь с своими друзьями в игру «Том за золотом». Кто соревнуется, напишите в комментариях цифру 5. Да, и сегодня, ребята, вас ждет целая гора приветиков. Целая гора приветов для вас, мои любимые подписчики. Если ты тоже хочешь попасть в видео и получить привет от канала Ушастик Kids, тогда тебе нужно подписаться и в комментариях написать имя и фамилию. Вот такие вот дела. Так, кто у нас на первом месте? Кто у нас самый шустрый? Да, это воришка-енотик. У него 1750 слитков золота. Ага, смотрите, король Том его сейчас догоняет. Они идут почти наравне, совсем немножко нужно королю Тому, у него, кстати, магнитик, чтобы обогнать воришку-енотика. Смотрите-ка, король все-таки обгоняет воришку-енота, он сравнял счет и немножечко, совсем немножко впереди. Так, ребята, наверное, кто сейчас болел за котика Тома, очень-очень обрадовались. Кстати, если любишь соревнования и крутом со золотом, обязательно ставь лайк, пальчик вверх под этим видео. И не забудь подписаться на канал Ушастик Kids. Новые ролики на нашем канале выходят каждый день. Так, что у нас тут происходит? Воришка-енотик снова вырвался вперед. Ничего себе! У него 2180 слитков. Да, воришка в этой игре, наверное, самый-самый хитрый. Скоро мы отправим воришку выполнять какую-нибудь необычную миссию. Ой, король Том, ты что, снова врезался? Да что ж тебе так не везет? Бери скорее золото, догоняй хитрого вора-енотика. Давай, давай, поскорее, ребята. А вы напишите для котика Тома цифру 2. Поддержите его, а то он что-то очень часто врезается. Скорее, Том, скорее. Так, воришка-енотик тоже уже разогнался. У него, как всегда, в запасе магнитик. Где он только их находит, я не знаю. Это такой наш хитрый воришка-енот. Том снова спасается.
Что-то он, наверное, устал. Очень большая скорость. И опять врезался. Серьезно, Том? Ты так точно проиграешь. У воришки енотика уже 2650 цветков. А у нашего котика Тома только 2180 слитков. Воришка енотик обгоняет почти на 500 слитков золота. Ой-ой-ой, теперь наш воришка енотик сам врезался. Спасем его. Скорее спасем нашего хитрого вора. Так-так-так, давай-давай-давай. Воришка енотик отправляется в новый уровень. Там очень много золота и еще того ждет брат. Смотрите-ка, он подарил сейф. В сейфе 150 слитков золота. Ничего себе! Уже 3100 слитков золота у воришки енотика. А у нашего короля Тома только 2500. Так, я вижу магнитик. Королю Тома улыбнулась удача. Сейчас посмотрим, сможет ли он с магнитом догнать воришку енотика. У воришки енотика пока... О, у воришки енотика тоже магнит. Смотрите-ка, теперь они оба бегут с магнитиками. Да, вау, смотрите, королю Тома подарили 100 слитков золота. А теперь... Он с магнитом летит на самолете. Наверху прям все в слитках. Смотрите, сколько много золота. Собирай скорее, Том. Ага. Сейчас, я думаю, кто-то догонит хитрого воришку енота. На самолете-то. Скорее, скорее, поторопись, Том. У воришки енота уже 3500 слитков золота. А вот наш котик Том еще даже 3000 не собирал. Лучше ему бежать поскорее и искать получше золота. Так, смотри-ка, вообще здесь нету золота. Ай-яй-яй, воришка енот провалился в воду. Скорее его спасу. Вот так уже лучше. Так, а ну, Том, давай-давай-давай. Надо тебе поскорее найти магнит, иначе ты точно не догонишь воришку и не сможешь занять первое место. У кого больше золота, тот и выиграет, друзья. Так, 3740 слитков золота у нашего воришки енотика. Какой хитрый енотик. Он взял защитный шлем и сразу врезался, сразу его потерял. Вот это да. Так, у короля Тома снова магнит. И у него наконец-то 3100 слитков золота. А вот у нашего воришки он взял двойные слитки. Сейчас будет 4000 слитков золота. Том, ты думаешь догонять нашего хитрого воришку? Ага, Том решил догонять его на скейте. Отправился в скейт-парк. Да, в скейт-парке очень много золота. Так, двойные слитки взял котик Том. На скейте. Смотрите, как быстро он бежит. И очень много золота. Берет защитный шлем. Золотой, королевский, красивый. Так, осторожно, Том. Давай-давай. 3500 слитков золота против 4. Ему осталось совсем немножко, и он сможет догнать воришку енотика. Оба наших пушистика сейчас взяли магнитик. Да, воришка енотик, он совсем не хочет сдаваться. Напоминаю, у нас циферка 3. Пишем ее в комментариях, если поддерживаем воришку енотика. Нашего хитреца енотика, который постоянно что-нибудь ворует. Или золото, или сладости. Кстати, а вы ждете новую серию «Том за сладости»? Если ждете, ставьте лайк и напишите в комментариях слово «сладости». И снимем серию про то, как воришка у нас украл все тортики и конфетки. Так, а у нас по-прежнему воришка енот на первом месте. Смотрите, у него опять магнитик, но постоянно у него этот бонус. Прямо отлично собирает золото, лучше всех. 4680 слитков золота. А король Том его уже почти догнал. У него 4250 слитков. Если он поторопится, то он еще успеет догнать нашего воришку енотика. Ну а сейчас время приветиков, друзья. Пока наше соревнование в самом разгаре, немножечко отвлечемся на приветы. Алина Макеева сегодня получает самый первый, самый пушистый привет от нашего канала. Привет для Саши Крикера, а также Алины Амельянович, пушистый приветик летит, Настюши Дибановой, Катюши Лазаревой огромный приветик летит, Алина Градилева, София Колесникова получает привет, Кира Романенко ловит пушистый приветик, Катюша Якимова, а также у нас привет летит для Даши Юрченко, Настюши Никитиной пушистый приветик у нас, Алены Рева, привет от котика Тома, Кира Синюшкина получает привет от самого воришки енотика, Андрей Ковальчук и Ксюша Еделева, Стас Салюк получает пушистый привет, Лиза Степченкова, Настюша Ващук ловит приветик, а также Сашенька Родионова, Даша Юрченко получает пушистый привет, Султан Каримов ловит привет, Ксюшенька Федорец, Майя Романенко получает пушистый приветик.
Валерия Пирогова, Дианочка Кулешова, привет, а также Никита Курчинович и Мунира получают огромнейший привет от нашего канала. Друзья, ставьте лайк, все, кто любит канал Ушастый Кит. Ну а мы возвращаемся к нашему соревнованию. Все приветы отправлены. Кстати, если ты не получил свой приветик, напиши еще раз имя, фамилию в комментариях. Обязательно получишь привет в одном из новых роликов на нашем канале. Так, давайте-ка смотреть, кто же у нас пока на первом месте. У нас 5680 слитков у Валишки и Нотика и 5630 слитков у нашего короля Тома. Король Том почти догнал Валишку и Нотика, пока я вам передавала приветы. Где-то он насобирал целую гору золота. Осталось ему еще немножко и точно сможет догнать Варишку и Нотика. Хотя, смотрите-ка, у хитрого Варишки сейчас 4 бонуса. Самолет, золото, двойное, защитный шлем. Да, повезло Варишке и Нотику, он набрал уже 6150 слитков. 300 слитков не хватает королю Тому, чтобы занять первое место в сегодняшнем соревновании. Осталось совсем чуть-чуть, и мы узнаем, сможет ли король Том сегодня занять первое место и обогнать нашего самого хитрого Варишку в мире, маленького енотика. Эй, Варишка, ты куда? В аквапарк отправился? Ничего себе, как там у тебя здорово. А мы с Томом, давай-ка на скейте, Том. Вот так, я думаю, на скейте золото сыграть намного быстрее. Защитный шлем у котика Тома. И он уже гонит, смотрите, как быстро на своем скейтборде. Отлично, Том. Давай, давай, давай. Бери все золото в туннеле. 6140 слитков золота. Да, Варишка и Нотик снова вернулся вперед. Почти на 500 слитков. Ничего себе, как он успевает, ребята. Их собирать я не знаю. Скорее всего, все-таки победит Варишка и Нотик. Хотя, смотрите-ка, Тому везет. У него двойные слитки и самолетик. Что сейчас будет, друзья? Неужели он догонит хитрого Варишку и Нотика? Смотрите, как быстро он собирает целую гору слитков. Что-то, я думаю, сейчас он его догонит. Ребята, кто болеет за Тома Короля, пишет в комментариях циферку 2. Проголосуй за своего любимого пушистика. Поддержи его в соревнованиях. О, Варишки и Нотика тоже самолет. Нет, кажется, Тому не догнать нашего хитрого Варишку енотика. Да... Енотик у нас, он очень хитрый и очень быстрый. Так, друзья, сейчас мы узнаем, выиграет енотик или нет. Ой, смотрите, как Тому не хватает снова всего 100 тысяч очков. Он уже почти догнал двойные слитки у Тома. И он очень близок с Варишкой енотиком. Сейчас посмотрим, чем же закончится наше соревнование. Так, ребятки, спасаем скорее Тома. Ой, он почти догнал Варишку и Нотика, прямо перед самым финишем. Так, соревнование сейчас закончится, стоп, игра. И первое место все-таки занял Варишка и Нотик. Ну, а на этом все. Пока-пока. До новых встреч, ребята.